Украина намерена создать мировой русскоязычный телеканал, который предназначен для ведения информационной борьбы. Об этом заявил замглавы Офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Миссия канала заключается в борьбе за умы крымчан, жителей Донбасса, а также всех россиян. Кроме того, Тимошенко отметил, что в команде президента страны Владимира Зеленского намерены сделать канал государственным, пишет Интерфакс Украина. Ранее генеральный продюсер украинского телеканала News One Василий Голованов сообщил, что он был задержан и доставлен в СБУ на допрос. Поскольку им был подписан договор о неразглашении, он не может раскрыть детали допроса. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о покушении на совершение госизмены. Из-за попытки организации телемоста с «Россией-1» Голованов получил уже две повестки от Генеральной прокуратуры и от Службы безопасности. Сам Голованов считает эти действия провокацией, политической игрой и попыткой давления на свободу слова.